devil's game, and gosh, they paid the price. Paid the price. Всем привет, ребят. Сегодня мы начинаем, точнее, попробуем еще раз проходить Cuphead. Взял, так сказать, реванш игрушки. Хочу все-таки ее добить. Добить и уже, наверное, до конца. Немножко побегал, тут вспомнил, как проходить, по крайней мере, первый мир, но плюс один к уверенности, конечно, это особо не добавил. Конечно, игра рвет жопу и так далее, но давайте, давайте попробуем. Погнали. Давно-давно на волшебном чернильном острове жили-были два брата, чашек и кружек. Они росли без забот под присмотром мудрого старого чайника. Однажды братья забрались далеко от дома, несмотря на все предупреждения старого чайника, отправились в казино дьявола. Чашек и кружеку понравилось казино, и как всем новичкам, особенно везло. Вот это да, воскликнул шестигранный король. Ушлый менеджер казино. Вы только посмотрите, как этим парням везет. Неплохой заход, парни, засмеялся новый игрок, и братья вздрогнули. С ними за столом сидел сам хозяин казино, дьявол. А не хотите ли поднять ставки? Еще один выигрышный бросок, и вы можете забирать всю выручку казино, искушал дьявол. Но если проиграете, я получу ваши души. Идет? Азартный чашек кивнул, схватил кость и сделал бросок. Господи, чашек, не надо! Воскликнул, вскричал осторожный кружек. Но было уже поздно. Эй, двойка, засмеялся, стучая хвостом по полу. И вы проиграли. Братья приближались друг к другу, дрожа от страха. Теперь гоните сюда ваши души. Чашек и кружек умоляли дьявола пощадить их. Должен же быть другой способ покрыть долг, бормотал кружек. Пощадите нас, мистер дьявол, доправил чашек. Может и есть, фыркнул дьявол, доставая свиток пергамента. Тут у меня списочек должников, которые сбежали, не расплатившись. Если вы убьете из них души для меня, думаю, моя кухня обойдется без двух кружек. А теперь марш, крикнул дьявол. И охрана выкинула братьев за двери казино. И помните, если вы не успеете собрать души до полуночи завтра, я заберу ваши. Чашек и кружек поспешили унести ноги от казино. Слушай, круж, осенила чашека. Надо найти старого чайника, он наверняка придумает, как нам спастись. Ух, начнем. Так. Обязательно проходим обучение, там дают монету. Пока ничего, естественно, сложно. Ну, насчет воскрешения, конечно, это не ко мне, мы играем на двоих, на одного. Первая монета собрана. Так, выходим. Погнали. Короче, начало. Ну, с этим чуваком, бла-бла-бла. Три монеты плюс. Берем мы вот это оружие. Оно тут обязательно пригодится. Тройной выстрел. Без него местами прям вообще никак. Ну, и начнем, собственно, с овощей. Так, падла. Переключаемся. Ах ты, сука. Не успел. Ну,
Начинается. Успел. Блять, не успел. Один раз он меня задел, сволочь, все-таки. Это оружие, чем ближе, тем больше урона он наносит. Ха-ха! Не успеваю что-то, я вот на последнюю эту херню. Не успел. Ай-яй-яй! Нормально, вторая фаза уже готова. Довольно-таки быстро. Да что ж такое? Кнопки путают. Так, блядь. Твою мать. Here's a real high class bout. Here goes. Ну я не успеваю что-то на третий этот, на третью подачу. Но... Ну там просто очень быстро начинает спамить. Так, готово. Пизду не буду парировать. Два парирования сойдет. Давай. Валим. Ладно, разок задел, ничего страшного. Он так долго убивается. Чувак, ты сдохнешь, нет? Готово. Минус один, как говорится. Пойдем с этим потрещим. Овощи банда, бля. Что-то он там про монетки трещит, кстати, не совсем понятно, как вот эту задачу решить. Здесь вот еще нычка есть одна. Здесь еще монета валяется. Да ладно, что нету? Значит, надо кому-то это как его подойти, по-моему, он монету дает за эту херню. То, что вот просто здесь проходишь и все. Разве нет? Может, этот дает? Нет. Значит, я что-то перепутал. Ладно, пойдем на Run and Gun. По идее, ну, как бы уровень довольно-таки непростой, как бы, но это считается обучающий уровень. Лично мне так уже запарно мне лобать. Так,
так себе обучение, когда тебе жопа горит только от первого уровня. Давай, дохни. Готово. Сука. Я уже ломанулся парировать, блядь, от него. Ё мать. Бля, один удар остался. Ай, я сзади подачу не заметил. А, еле увернулся. Просто пробегаю. Менять оружие не так маловажно, кстати. Кстати сказать. Семейный уют. Ух, какая игрушка. Лайкосик однозначно. Спасибо, семейный уют. Да, игрушка забацана под эти под мульты 30-х годов. Разрабы постарались. Отлично. Сложная, блин, да ебеней. Но тем она и прикольная, то что приходится попариться, если бы ее можно было пробежать за 10 минут. 8 бит вспомнил. А, ну да, да. Уровни Run'n'Gun'а непременно такие вот и были на контре. Тихо-тихо, да чё так до хера-то всего, блядь, летит-то в меня? Твою мать! Сволочи, спамят, блядь, этой херни. Так, аккуратненько. Этого гаденыша ебануть. Еле успел, блядь. Ну, ждать она меня, естественно, не стала. Жесть какая. Главное концентрация. И не бомбить. Потому что с этой игрушки жопа горит конкретно. Падла, блядь. Я не понимаю, как эти уровни вообще люди на пацифиста проходят. Ну, типа, никого не замочил. Это вообще труба. Можно тут местами просто и всякая челядь, блядь, в тебя летит. Ай-яй-яй. Блядь, только еле вернулся. Пошли в жопу. Run'n'Gun тут уровни, по-моему, 6 всего. Жалко, что не так много. Ну, не знаю, может быть, когда DLC-ха выйдет, может быть, побольше будет уровней. Ну, в DLC там, я знаю, то, что можно будет уже за какую-то бабу там чашку играть или что-то такое. Так, аккуратно. Сейчас насобираем, блядь, пиздюлей. Сука, снизу, блядь, долбанул. Еле успел. Пошел ты в жопу.
херово, то что вот эти зубастые хуйни не убить. Ай-яй-яй. Блять, ну что ж такое-то? Так. Средняя жизнь, блядь. Отлично. Вот на писюлечке оставалось-то. Ладно, пробежали и будет. Чё там, рейтинг? Б. Ну, блин, в принципе, я на другой-то и не рассчитывал. Ладно, дальше. Окей. Блин, ну почему мне помнится то, что тут какая-то монета была? Ну, где-то тут за этим, в закутке каком-то должна быть. Нет. Может, в другом месте. Первое. Так, ладно, пойдем к жабам, короче. Все это кабаре. Кабала. Давай. Так, перчатки. Тут надо внимательно. Ай-яй-яй. Перчатки я не успеваю парировать, как обычно. Вторая фаза. Раз, два. Ну, главное вот на эти шарики не попасться, просто бежит вперед, да и все. Ай, сука. Я въебался как раз на этот шарик. Так, третья фаза пошла. Блять, влетел все равно. А третья фаза она рандомная. Но я не удивлен. Я обычно на ней где-то 2-3 жизни точно сливаю. Ну, 2 точно сливаю. Блять. Да. Заново. Пизда, не буду я парировать. Кстати, мне Трима когда ловал, я ее почему-то прошел, блин, по-моему, вот этих боссов вообще с первого раза. Может быть, сегодня такой день проебывания в Cuphead. Ну, тут без разницы, кого мочить. Так, погнали. Сука. Да чё ж такое-то, блин? Эти шарики мне ебаные достали. Самое простое, по-моему, быки, когда красные эти штуки летят на тебя. Ай, блядь. Давай заново.
Here's a real high-class bout. You're up! Давай, перчатки. Да ёб твою мать. A great slam and then some. And begin. Так, готово. Ну, она точно все движения делает, и, блин, все будет бенч. Ну, то, знаешь, там бывает. Тут кнопку не там прожмешь, еще что-нибудь забудешь. Какая-нибудь атака, блин, не в попад пойдет. Оп. Давай еще разок. Так, перепрыгиваем. Сука, готово. Ай, блядь. Вот один раз не попадаешь, все, ты считай, на монету попал. Евгений Огурчев. Салют, решил нервы помогать. Да, привет. Да, решил, блять. Евгений Огурчев. Помотать. Девальфо от bmb.gg. Добрый вечер. Вольфон, привет. Девальфо от bmb.gg. Желаю не гореть. Да, это пригодится, кстати. Да ёб твою мать. Причем не в стрима, гораздо лучше все получалось. Почему сейчас так, я не знаю. Да ёб. Суки, ёбаные лягушки. Там же дальше вообще хардкор, блядь, начинается. Давай, раз, два, погнало. Догоночку. Так, Рафана, давай. Давайте, суки. Раз, два, готово. Тихо, тихо. Блять, все равно попал. Давай, раз, два, готово. Сука, ну, блять. Да чё, какого хера он не парирует, мудила? Сраный, блядь, ублюдок. Давай пчел своих сраных. Давай, раз, два, сразу же нахуй, догоночку. Так, главное здесь не въебаться на шарике. Потому что на автомат по-любому въебешься. Девальфо от bmb.gg. Сколько нет, миля, детская игра.
похоже, конечно, да. Но... И, блядь, и... А! Ну почему я нахер? Что-то я заминжевался. Готов. Ну. Ну, лягушки хотя бы получше. Блядь, да, получше. Dwelfo от bmd.gg. Спокойно. Да, главное спокойствие. Любитель стримить. Лёха, привет. Хорошего стрима. Хотел я сегодня постримить. Да чёрт, плохо сегодня себя чувствую. Да, если плохо себя чувствуешь, лучше не стоит. Давай. А чё, уже вторая фаза, что ли? Что-то как-то я не обратил внимания, но на, держи тогда. Пидрера, бля. А еще вдогоночку. Оп. Чуть не улетел. Еще туда же. Так, погнали, третья. Вот почему иногда получается парировать точно, а иногда ни хрена. Он просто... О, вот это заебись. Быки самая тема. На быках всегда получается уворачиваться. Так. Хуяк. Давай. Блять, игры. Игры плохо дело. Сучара. А, блядь. Давай. Любитель стримить. Лёха, хорошо выглядишь. Ну прям глава мафиозного клана. Почему глава мафиозного клана? Ай-яй-яй-яй, блядь, я успеваю, твою мать. Нахрена я прыгаю, когда они, блядь, посередине летят. Давай. Любитель пизду, даже парировать комплимент не могу. Тебе, друг. Я понял, спасибо. Давай, раз, два, три, четыре, пять. Надо потом будет в мавзолей сходить, чтобы супер удар открыть. Будет заебись, если будут быки сейчас попадаться. Быки. Это хорошечно. Тут урончика можно нанести как следует. Вот так вот нахуй. Любитель стримить. Лёха, как относишься к новым Вольфенштейнам? По-моему, если я не ошибаюсь, последний Вольфенштейн это Youngblood, да, выходила? О, ещё быки. Ну прямо портовая хуета. Я вообще как бы в серию Wolfenstein пока не играл. Но это пока. Да твою мать, а что ж такое-то? Блять. Ну почти же, блять. Ну там осталось ему, блять. Ну просто один раз пострелять в эту курву. Ебучий случай. Понятно. Сразу нет. А ты, Диман, что, собрался Вольфенштейн мочить? Я думаю, чтобы конкретно оценить, какая часть лучше, какая хуже, надо ее прямо это пройти все. И потом уже объективно судить. Давай, раз, два.
Октава, любить привет. Стримить. Сегодня Стас, каналу Геймер Профессионал исполнился год, и он стримил Вольфенштайн Олд Блад на предпоследней сложности. Ага. Октава, Октава. Ах. А, блять, ну чё же он первый-то раз любить не попал? Любить стримить. Я тоже хочу постримить Олд Блад, у меня в Стиме лицензия. Стрим, чё же нет-то? Игру, ну, вроде играбельно, по крайней мере. А там уже зайдет или нет, это вкусовщина. Я слышал то, что ее ругают, как бы, но за что, в принципе? Любитель стримить. Она, наверное, надо шарить просто в пистях. Ёбаные шарики, блядь. Сука. Ладно. Последняя жизнь. Твою мать, ну... Странные монетки, блядь. Бедрок, привет. Любитель стримить. Привет, Бедрок. Жесткая игра, это кто? Да, жестко. Ошибок не прощает. Как, блядь, Тетрис на 9-й скорости. Стримить. Есть за что ругать. Октава, Октава. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А за что я вам Блад ругать? Я пока вот не это, не в курсе. Как-то обзор или парочку, может, смотрел на Youngblood? Бедрок, давно это не снимал. Да, решил вот взять ее в Стиме. То есть до этого я ее лобал на, там, на плойке, на четвертой. Октава, Октава. Ха-ха-ха. Октава, Октава. Ха-ха-ха-ха. Бедрок, лайк в поддержку. Октава, спасибо. Октава. Ха-ха-ха-ха-ха. Давай. Ну, уже хотя бы три жизни у меня остается на... Любитель стримить. На последнюю. За жестокий нацизм в игре, скажем так. Ага. Октава, Октава. Очень смешно. Любитель стримить. За это и ругать. Октава, Октава. Есть, успел. По-моему, в серии Wolfenstein всегда были какие-то нацистские там символы, лозунги там, ну ты. По-моему, она частенько пестрила подобной хуйне. БДСМ. Ай, блядь, монетку не заметил я. Да, ёбаный ты в рот. Wolfenstein. Хай. Wolfenstein, привет. Готово. Неужели, блядь? Октава, Октава. Кадиллак, делай, как тебе удобнее будет. У меня от горла, да, пересохло от этих зап. Ну-ка, я их минут 20 дрочил. Мне стрима я прошел, и, блядь, с первого раза. Вольфенштейн. Я новый. Любитель стримить. Но новый Вольф, он прям достаточно жесток. Вольфенштейн новый. Бедрок. Рад, молодец, видеть, рад видеть новые друзья, конечно, это всегда хорошо. Ха-ха-ха-ха-ха. Риби и Квак этот, мудила. Я вот не понимаю вот это вот, что ему нужно? Ёлки-палки, чтобы я еще раз свои кровные доверил банку. Насколько я знаю, дьявол и там всем заправляет. Не видать и моих бабок, лучше я устрою пару нычек. Если кто-нибудь донет пару монеток, ну значит молодец. Значит, это сволота, короче, где-то пару монеток заныкало. Ладно, пойдем, короче говоря, мы сейчас в мавзолей. 5 монет уже собрано. Вольфенштейн, там под мостом есть секретка. Я вот под мостом сейчас запрыгивал. Ну, проходил, короче говоря, любитель еще стримить. Посмотрел. Леха, а в Дэдпула поиграть не хочешь? Дэдпула? А я, кстати, его недавно летом прошел, по-моему. Да, вроде летом. Я его на третьей плойке проходил. Игрушка прикольная. Да, я еле успел. Под конец там так вообще трешак, когда последний босс идет. Да, блядь, нет. Я не успел на этого мудака. Сейчас только треть, начало вот в третьей фазе. Тут же потом еще надо будет аж по всем четверым, блядь, скакать. Не приземляясь вообще.
Почему он иногда парирует, тогда выебывается? Там и ФНФ, и привет, сосед, и Бенги. Там и ФНФ, и сосед, и Бенги. Любитель стримить. Леха, а Майнханта прошел уже? Нет, Манханта не прошел. Там до этого, до поросенка осталась-то ерунда. Но что-то сегодня охота в Cuphead полабать. Так сказать, чтобы жопа у меня давненько и походу не горела. А почему он, блядь, иногда парирует, иногда выебывается? Что за херня? Давай. Вольфенштейн. Блин, три босса невозможно. Любить стремить. А почему вдруг в Майнхантер решил поиграть? Ну, классика. Мне нравилась эта игрушка раньше. Я ее проходил, когда он где-то в 2005, что ли, в 2008 году, что-то такое. Все, получил, короче говоря, этот суперудар. Неужели? Октава, октава. Майнкрафт, ты говоришь? Майнкрафт? Чего Майнкрафт? В смысле Майнкрафт? Я вроде про Майнкрафт ничего не упоминал. А, да, меню снаряжения. Давай, спецатака. Я вот что думаю, может пойти, блин, жизнь еще дополнительно взять? Любитель стримить. А в ПК-версию не стримила, а на плойке 2? Почему не на ПК? А, потому что версию Манхант на ПК... Зайди под мост. Да, сейчас, точно. Потому что версия на ПК Манхант, она с 10-й виндой плохо дружит, это она вот вылетает. Так. Кадиллак, Кадиллак, это новый Кадиллак, делай деньги, деньги, блин, вот так. Вот я зашел под мост, тут нихера нету. И здесь тоже нету. Все. Может где-то еще какой-то ход есть? Да нет вроде. Нет, тут нету. Либо я эту монетку собрал. Да нет, вроде не собирал. Три мне дали за Run and Gun и... Хуй знает, короче, ладно. Вольфенштейн, поищи пока и зайти в уровень. Любитель стримить. Ну и на геймпаде там поди нельзя, я про Манханта. Октава, октава. Блин, не прикрывай. Манхант, короче, на ПК Манхант вылетает. В общем, там нужно плясать с бубном, чтобы нормально ее запустить, поэтому мне проще было ее захерачить на эмуляторе. Но на эмуляторе, когда я запустил, там уже, соответственно, плойка, как бы геймпад подключаешь, и там уже совершенно любить другой стримить. Геймплей начался. Я хотел постримить Velvet Assassin 2009, но не сегодня. Че за Velvet Assassin? Wolfenstein. Там секретный уровень. Так, вот этот синий пидор, он заебывает. Блять. Супер ударами у него вообще, блядь, практически не попадешь. Амангас балюю. Любитель стримить. Там графика хуже, но в Манханте. Я понял. Октава, октава. Любитель стримить. На плойке. Ах ты падла. Вот еле увернулся. Пошел в очко. Октава, октава. Не надо. Вот вторую часть Манханта я точно проходить не буду. Мне она что-то не зашла. Я еще... Давненько у нее на PSP
Попробовал полобать, что-то, ну как-то не то вообще. Первая гораздо лучше. Октава, октава. Блин, побежит. Давай, это солочи по-любому немного осталось. Пошел нахер. Давай, давай, давай. Блять, он меня заебнул. А ему осталось-то вообще чуть-чуть, вот просто буквально полминуты продержаться, он бы подох, сука. Давай. Любить, стремить. Жаль, что выходные у меня неудачные выдались, а так хотел постримить. На то я и любитель стримить игры на каналах и в игротеке, а в своей группе фильмы. Октава, октава. Ну. У меня он тоже сегодня выходной, поэтому почему бы не полобать? Точнее, цепной сегодня. Эту суку вынесу. Октава, октава. Я читаю стих по черемуху. Че ты читаешь стих? Любить, стремить. Отличные отцепные игры будут сниться, Леха. Да я уже днем покемарил, так что... Спать я лягу, наверное, где-то под утро. Из-за графика башка не успевает перестраиваться, поэтому день с ночью вот путается. Здесь лучше самонаводище. Готово. Пошел нахуй, козел. Нет, я все-таки удобнее мне с этим, ну, тройным выстрелом. Пока, короче говоря, самонаводящийся я, по-моему, использовал на цветке и на этом, на драконе. Пока вроде не требуется. Да, рейтинг минус Б. Парирование, потому что не сделал. Но я не удивлен ни хера. Так, что, наверное, пойдем к цветку? А, цветок на этом. Даже он выше получается. Ладно, давай на самолет. Октава, октава. Наконец-то. Наконец-то, ну да. Да чё, в принципе, я только два раза на шарике сдох. В прошлый раз, когда я брался проходить эту игрушку, блядь, я раз 30, наверное, сдох на этом шарике. Секретный уровень. Ну давай посмотрим сейчас. Октава, октава. Играл в Among Us. Я не играл в Among Us. У меня дочка там просила его установить. А чё-то я хуй сапот забил. Нету тут под мостом. Вообще ничего. Нет. Ну и ладно. Ну тут сейчас жоподёрка будет. Хильга это, блядь. Хильдеберг. Вот она жёсткая. Октава, октава. Ай, понятно. Первое парирование. Любитель стримить. Мне еще нужно резик 5 тренировать. Буду стримить его со своим другом в будущем. Вроде его знаешь, Леха. Но пока это секрет, он вот когда будем стримить, все узнает. Надеюсь, это сбудется. Вольфенштейн, который самолет сделал.
Я тоже с одним чуваком хотел что-то капхэт на двоих полобать, но он не согласился. Но, возможно, в будущем проходить борду с кем-нибудь третью. Как бы сегодня, пока я ее взял в стиме по скидке. Вот под ним. Блять, все равно попало. Октава, октава. Люблю тебя. Бомбу надо мне заебнуть. Блять. Какого хера она пустила этот сраный, блядь, водоворот? Смерч, точнее. Так, две жизни, которые очень легко всираются на этой фазе. Любитель стремить. А мой друг согласился. Но чтоб была хорошая сыгранность, нужно тренить игру. Ну да, да, я с тобой согласен. Октава, октава. Ха-ха-ха. Блять. Пол фазы прошел. Были все шансы ее пройти, конечно. Нет, нет. Были все шансы ее пройти, если бы этот. Я на второй фазе не запоролся. Не раз меня попали вот этой херней. Так. Бычара самый первый всегда. А вот там потом рандомно идет, короче, либо стрелец, либо близнецы. И, по-моему, еще кто-то. Может, и нет, хуйня. Может, только стрелец и близнецы. Ай, блядь. Давай заново. Октава, октава. Не проигревай. Я с удовольствием. Игрушка довольно-таки непростая. Когда в тебя все летит, очень сложно прямо на все обращать внимание. Так. Главное тут выучить, конечно, атаки, и все будет бенч. Но иногда этого прям вообще не успеваешь, сука, вот типа того. Ладно, попробуй все-таки с двумя жизнями. Так. Ну-ка, давай, падла. Лёха, хорошего ретро-стрима. Я, наверное, буду тренить Resident Evil 5. Сука. Удачи, бро. Октава, октава. Ага. Resident Evil 5. Слушай, я вот, кстати, у меня все это. Я его начинал сколько раз? По-моему, раза два или три. Я все так и не могу пройти нормально. Там забрасывал постоянно. Блять. Забрасывал постоянно, и что-то как-то руки потом не доходили ее продолжить. Хотелось бы, конечно, тоже и пятую, и шестую часть пройти, раз уж все прошел предыдущие. Ну и седьмую, так как бы. Я тут успел постримить. Блять. Ни одно, так другое заденет, твою мать. Любитель стремить. Есть такое, я тоже было дело забрасывал. Любитель стремить. Игры. Да, до хрена. Или я поскольку. Таких игр полно. Привет, Лёха. Здорово, Лёх. Разобрался с квитанцией. Да, сходил. Октава, октава. Я остался один. Да. Прикинь, Лёха, короче, что мне сказали насчет квитанции, то, что этот. Говорит, тебе квитанцию эту по электронке отправляли. Я такой, топс. Вы что, блядь, всему дому? А если бабулька, допустим, какая у бабушки электронка? Что несете? Короче, нагрузили они меня. Нужно будет документы им нести еще. Что сказать, муниципалка? Так, стрелец. Блять. Ну что ж такое? Ай-яй-яй-яй. Чуть было не было. Всякая херня, блядь, тебе летит, а.
Вот как, блядь, от этого всего говна уворачиваться? Скорость-то у него тоже определенная. Оттава, оттава. Шрек. Шрек. Шрек, Шрек. Отличный мультик, кстати, Шрек. По крайней мере, первая часть. И я по сканной. Классно смотреть, когда у кого-то подгорает. Ну, пока еще не особо горит. Пока еще не это, не вечер, так сказать. Я еще пока держусь себе в руках. А, еле успел вообще, чудом просто ушел. Ну-ка, падла, иди-ка сюда. Блять, я, по-моему, не попал мне, да? Постоянно какие-то, блядь, плюшки она перед собой выкидывает, чтобы не долбануть в нее как следует. Так, стрелец, ладно. Кстати, близнецы попроще, блядь, будут. Второй раз въебался. А нет, первый. Ну, вот и второй, блядь. Сука. Когда ты кончишься там, блядь? Хер знает, сколько раз я парировал. Блядь. Давай, сучара. Октава, октава. Чего материшься? Потому что она меня бесит. Я матом не ругаюсь, я матом разговариваю. Она падла задела, а ты смотри какая. Точнее, я бы не смог. Я даже стал пробовать. Блять. Не стал бы пробовать. А я вот второй раз уже, блять, второй раз уже начинаю. Илья Паскаль. Бля, уровни Bullet Hell, конечно, полная жопа. Октава, октава. Все, я понял. Давай, бочара, иди сюда. Даже не буду на нее, бля, суперудар пытаться потратить, потому что это бесполезно. Она сейчас какую-нибудь херню перед собой выкинет. Будем тянуть суперудар до последней фазы, но. Пошли не нахер. Полезняк вообще. Так, чё сейчас? О, наконец-то близнецы. Хуй там, я проебал, короче. Проебал я парирование. Ну ладно. Как говорится, не парированным единым. Будем сыты. Блять, ну все в тебя летит. Давай, сука. Ну чё там, когда фаза-то последняя будет? Неужели? Сейчас сразу в неё бомбу ебану. Потом будем отстреливаться. Три жизни, по идее, все шансы есть. Пройти эту падлу. Оп. Октава, октава. Когда уже закончится? Он-то такой жёсткий. Блядь. Ну чуть-чуть же. Угнида.
Что-то как-то быстро первая фаза прошла. Хуй там, я не вернулся. A brawl is surely brewing. You're up. Ну какого хера мне либо парирование делать, либо, блядь, на БК. Вот БК съебывать. Падла. Октава, октава. Эх. Сейчас все будет. Там эту курву захерачим. В смысле, по мне удар прошел, что ли? Я ж парировал. Октава, октава. Я тут один? Так. Повернулся. Курва. 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 Блядь. Он испарировал. Влатес на этом моменте. У создателей игры уже горели уши. Горели бы уши, они, наверное, бы это, чесались бы все от этой херни. Столько матов сложили на них. Прикинь, сколько человек в день их материт после выхода этой игры. У них, наверное, уши там уже как эти. Как пуканы. Как пуканы. Как пуканы пользователи. Красные, горячие. Можно вместо фонаря. Как быстро летит время, правда? Влатес, я бы говорил, говорил и говорил. Пизду, я даже, блин, не успеваю парирование делать. Блядь, откуда она там с экрана прилетела, что ли? Я ее вообще не увидел. Жесть какая, а? Как бы от этого говна-то всего увернуться. Блядь. Вы издеваетесь. Да хер, я доживу даже, наверное, до последней фазы. Я слишком много жизни просрал. Давайте, четверых сюда, мне, всех сюда. Давай, ебашим бомбу. Бомба. Готово. Октава, октава. Блять, некоторые звезды не видно нихера. Давай, давай, давай. Чуть-чуть осталось этой сволочи. Готово. Есть. Ух! Жесткая штучка. Что там по рейтингу? Б минус. Ну ладно. Я не удивлен. Сейчас еще на втором острове посмотрим, сколько я вообще в целом просрал жизни. Так, тебе что надо? Угу. Влатес, интересно, чего потребляли создатели игры?
Ну, вернее, ну, они же опирались-то на мультики 30-х годов, скорее, что употребляли создатели мультиков 30-х годов. Так, надо вниз, вот сюда двигать. Октава, октава. Ура. Ой, блядь, такой ебаный уровень, пиздец. Хуй там. Октава, октава. Блин. Он, если, короче говоря, один раз не парирует, то эту монету больше не вариант взять. А монеты желательно все собирать в игре. Потому что вот эта падла больше не летит сюда. То есть какие-то колобки вот эти драные спамятся, а какие-то ни хрена. Ёб твою мать, чё не получается-то? Он когда-то парирует, вот просто иногда прыгает. Тогда он парирует. Октава. Да. Его прям надо это, с разбегом попасть в тайминг, так сказать. Влад С, думаю, создателя мультиков предали бы анафеме создатели игры. Да не, я думаю, они уже все там попередохли к тому времени, когда игра вышла. Тихо, чуть не ебанулся. Так, вот здесь аккуратненько. Октава, октава. В чем причина? Причина чего? Короче, не буду торопиться. Иначе это чревато подохнуть можно. Ай, блядь, ну ебаный ты звук, а. Так аккуратненько шел. Забыл, как это утырка. Ну его с разбега то точно не возьмешь. Падла. Блять, одна жизнь осталась. Готово. Ну что, попробуем собрать? Есть. Так, теперь просто главное аккуратненько прыгать по этим листочкам, и все будет бенч. Ха-ха, я чуть-чуть не долетел. Ну да, почти, почти. Дятел Вуди, вон, по крайней мере, наработка его. Блять, ну зачем я его замочил? Октава, октава. Чего сделали разработчики этой игры? В смысле, какую еще игру? По-моему, у них только Cuphead выходил. Скоро еще будет дополнение. Я думаю, хардкорщики прямо ждут, не дождутся заспидранить ее. Не помню, сколько она по спидрану. По-моему, то ли 42 минуты полностью вся игра проходится, то ли час, 0-2, что-то такое. Смотрел только чувака, Mexican Runner. Вот он дикий в эту игрушку. Проходит там на пацифиста, на всякую херню вот эту. Тут, как говорится, не до жиру, будь бы живу. Так.
Допустим. В Латес тут еще и спидран есть. Да. Октава, октава. Сори лучших. Есть спидран. Ай, ты падла, а. Короче, надо прям за ему за спину как-то прыгать и мочить. Эти-то сволочи постоянно спамятся. Летающие. Пять. Не увернулся. Окей. Октава, октава. Как дятел сквозь дерево проходит. Как дятел сквозь дерево проходит? В смысле, вот это вот почему так происходит? Странный вопрос. Дятел носом разбивает. Но то он и дятел. Блять, я запизделся и просрал этого чувака. Есть, собрал. Надо же, увернулся, блин. Последний момент. Ну, улетел на этого гондона. Ладно, попробую. Вообще желательно, конечно, жизни не проебывать. За это тоже игра наказывает. Чудом увернулся вообще. Октава, октава. А где спавнился? Наверху дерева, наверное. Они же сверху летят. Блять, я сейчас чудом вообще перепрыгнул. Не, ну его в жопу. Тихо. Не достать его, блядь. Как? Наконец-то. Я думаю, наверное, все-таки лучше время поменьше, ну, побольше потратить, но зато пройти нормально. Не на скорость, короче. Готово. Жучок. Пошел в очко. Две жизни. Ладно. Тут просто главное аккуратно по листочкам попрыгать и все. Так. Чик, чик. Октава, октава. Ай, блядь. Понятно. Хорошо. Я его всегда перепрыгивал. Это последний же мудила, которая вылетает. Почему он не долетел? Вот отстой. Не один, блядь, так другой ёбнет. Ебнет, так сказать. Давай. О чем я говорил, то что второго шанса на этого собрать эту монету не будет. Лучше переиграть. Потому что у меня, по-моему, как раз одной монеты не хватает на этот, на оружие, которое пригодится на следующем боссе. Там цветочек такой дикий, который, блин, стреляет в разные стороны, это всем, что угодно. Это что было? Было что, в смысле? То, что там в конце были два. Ладушки. Я спать. Третий час ночи уже. Два, четыре, шесть. У нас получается часовой пояс. Да, у меня сейчас 8 вечера.
Ну, раз спать тогда. Покойной ночи. Спасибо, что зашел. Блять. Ладно. Влад из Дальний Восток. Дальний Восток. А конкретней? Октава, октава. Какой срок изга? Влад, это Амурская область. Благо. Амурская область? А у меня Мурманская область. Фактически между нами вся страна, чувак. Так, опять у меня две жизни. Фактически нету права на ошибку. Ну попробуем этого мудака, короче. Просто его надо перепрыгнуть. Его даже мочить не надо. Просто взять и блять, аккуратно перепрыгнуть, и все. Влад С по диагонали. Ну да. Почти по диагонали. Есть. Пошел в жопу, ладно. Честно, я хотя бы жизнь просрал, но, блядь, этого курва перепрыгнул. Точнее, не очень-то удачно, но ладно. Пройдено. Пройдено. Наконец-то. Ура! Октава, октава. Блин, я что, буду один тебе писать? Смайлик. Октава, октава, ты пишешь не один. Тут еще, обрати внимание, 6 человек в чате сидит. Так, у меня 7 монет. Это хорошечно. Надо еще этот навык поставить. Все, идем, короче, за этими, за самонаводящимися хайровинами. Ага. Да, это они. Оружие слабенькое, но на цветочке она, наверное, там хорошенько мне пригодилась. А, он выше. Цветущий вид. А, я оружие-то не переставил. Давай к карте выйдем. Октава, октава. Эй. Так, оружие, оружие. Раструб этот не пригодится. Тут только наводящийся. По крайней мере, ну я не знаю, там. Мне так удобнее. Только ими мочить его. Пускай дольше будет, но ничего страшного. Октава, перевернулся. У меня только сердце забилось. Готово. Пока вроде хорошо идем. Так, погнали, вторая фаза. Ну и последняя фаза. Сука.
сглазил, короче говоря. Есть. Нихера, прям с первого раза. А когда отдельно играл, не стрима, я ее, наверное, раз с 15-го этого урода прошел, если не с 30-го. Нахуй. Я на нем часа полтора сидел. Блин, время быстрее. Такая вот жесть. Ну, как обычно, рейтинг минус Б. Парирование я не сделал. Грозная гвоздика. Все, идем на второй остров. Вот это да, неплохо у тебя вышло с должниками. Теперь можно и на другой остров перебираться. Там тоже найдется работенка. Давайте, наверное, перекурчик устроим 3 минутки. Не разбегайтесь. Сейчас подойду. Погнали. Чернильный остров 2. Парни, погодите. Ух, хорошо, что я вас догнал. У меня есть план, как вам выбраться из этой заварушки. Правда, нужно. Ты кворец. Лайкос, дружище. Боли страдания в понедельник. Да, понедельник день тяжелый. Ваша сила растет. Скоро вы можете одолеть даже шестигранного короля и того самого дьявола. Правда, сможем? Честное слово, но пока вы не соберетесь седого рода, дьявол вас и близко к себе не подпустит. Ну, это, собственно, объясняется то, что
всех нужно на нормале пройти, чтобы получить нормальную концовку. Погнали. Погнали страдать дальше. Сейчас надо, кстати, посмотреть, сколько этих... Сколько смертей у меня было. Сколько? 21 смерть. Немного пока еще, но я сейчас на клоуне тут конкретно оторвусь. Блять, я оружие не переключил. Та-та-там. Погнали. О. Октава, октава. Блин, один смерть. Смайлик. Ах ты, падла. Я лампочкой задел. Да что ж такое? Надо вообще жизни не сливать на этом. На этой фазе. Слишком низко. Низко он парирует, прям ему по голове задевает, когда он летит. Да ёб твою мать. Я слишком низко. Да что ж такое-то? Надо выше подпрыгивать. Неужели? Сейчас придраконимся. Блин. Слишком низко опять. Очень быстро летит на тебя. Поэтому торопишься и начинаешь невысоко подпрыгивать. Да-да. Да что ж, ладно. Да, две жизни, вообще не вариант. С учетом того, что я на третьей или четвертой фазе просру еще две жизни. Так что... Пять. Октава, октава. Бравл Старс, жопа. Бравл Старс. Ну, там скучно. Бравл Старс. Флари Фибер. Привет. Флай, привет. Рад видеть. Я вот решил погореть немножко. Бля, ну нахер нам полезно. Отличное страдание в капхеде. Так, давай, вторая фара. Флари Фибер. А я посижу, как обычно, на стриме, занимаю свое место. Блять. Октава, октава. Присаживайся. Я из 2010 года. Ты из 2010 года? В смысле, года рождения? Шарики сраны. Нормально. Вроде пока нормально идем. Так, давай, вторая, третья фаза. Блять. Октава, октава. Да. Я 88 года рождения. Блять. Последняя жизнь. Твою мать. Давай, доху. Чем быстрее его завалю, тем больше шансов выжить. И попасть на четвертую. Нормально.
Флорифидер. А на какой сложности играешь? Ай-яй-яй, ну нахрена он использовал суперудар? Ну, обычная, обычная сложность. Тут, когда первый раз ее проходишь, у тебя либо норма, либо этот как его, либо просто легко. Но на легко тебе прохождение игры не засчитывается, сука. На легко прохождение игры не засчитывается. И когда первый раз я начал стримить, я дошел только до дракона. Его пройти не смог, и поэтому переключился на легкое. Флорифидер. Да, но... я это знаю. Падла. Октава, октава. Тут сложно будет. Да, тут уже начинается жоподерка. Вроде получилось вернуться. Прошел жопу. Блять. Отвлекся на утку, и он меня долбанул. Почему его огонь не гасит? Ну, в смысле, не попадает. Октава, октава. Хаос. Надо же, я в него, я его не задел. Чудом. Флорифидер, как сейчас. То быстро начинаешь заново? Ну, потому что я сливаю первую одну или две жизни. Начинаю, я понимаю то, что мне уже... А следующих... как же тащить до последнего? На последних фазах мне уже не прожить. Потому что я обычно вот на третий, блядь, сливаю уже одну жизнь. Это топудово. Ну, понятно. Я на третьей фазе я сливаю одну жизнь. И на четвертой как минимум одну или две. Так что первую фазу мне по-любому надо проходить без потерь. Конечно, можно попробовать тащить на этих на соплях, но я чувствую то, что жить мне остается два понедельника. Надо же, не задел. Октава, октава. Ну. Вот этот поезд, блядский, больше всего накаляет. Шарики-то хер с ним. Он все малину, падла, портит. Ай-яй-яй. Октава, октава. Какого блин, хера я... Блин, 11 февраля в школу мне надо. Смайлик. 11 февраля. Сейчас бы тоже в школу. А вот я и влетел. Октава, октава. Так не хочется ходить. Смайлик. Ну а что делать? Приходится. И он тоже на работу не хочется ходить, а надо. Блять, слишком низко. Октава, октава. Сил нет. Смайлик. Соберись. Соберись и ходи в школу. Блять, ну слишком низко. Ну какого хера я так низко прыгаю? Так, нормуль. Октава, октава. Хорошо. Да, чё же он... Почему он суперудар использует? Нет. Слишком резкая кнопка нажимает от нервов. Сейчас подожди. Так. Вот опять поезд едет. Сука, две жизни, блядь, меня въебал. Тихо-тихо-тихо. Вот эту падлу надо вот угасить. Октава, октава. Мне смешно. Смайлик. Так. Ну, дохни. Дохни, урод. Наконец-то. Блядь, и влетел на поезд, а. В
тороплюсь с парированием, поэтому он их задевает постоянно. Блять, ёбаный поезд, да? Сучара. Пизду даже парировать не буду пытаться. Никогда. Ну какого хера он использует, блин, суперудар? Октава, октава. Блин, я так хочу в Москву. Смайлик. Что мешает попасть в Москву? Ай-яй-яй-яй. Блядь, все равно задели, а. Октава, октава. Мы ходили в 2018 году. Опять задел. То шарик, то поезд, блядь. Сейчас чудо вообще увернулся. Все равно, блядь, две жизни просрал. Так, давай, 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 давай. Вот тут я не знаю вообще, как было можно увернуться. Но и вторая жизнь улетела. Все пиздец. Октава, октава. Ага, сложно. Смайлик. Иногда тут просто игра не, окошек не оставляет для парирования, воротов и так далее. Попадаю в западню. Без всяких потоп, блять. Ну какого хера, ну она, блядь. Прям под нее летит. Тут разрабы все до миллиметра рассчитали. Вижу будешь, видишь будущее. Молодец. Падла, все равно задел. Ладно, тащим дальше. Ага. У вас закончилась квота. Опять эта квота, блин, в чате закончилась. Надо как-нибудь в настройках покопаться. Ну, тут без вариантов, конечно. У вас закончилась квота. Так, вторая фаза. В принципе, сейчас есть возможность. Да, нет, не успею я. Валим. Но тут мне просто не увернулся. А нет, смотри-ка, он вовремя подох, а так бы он меня задел. У вас закончилась квота. Так тут главное просто аккуратненько попрыгать. И все. И вернуться потом от шариков этих уродов. Первая. Вторая же. У вас закончилась квота. Сейчас я этого попугая отключу.
Где у нас тут шепчат-то? Сейчас, секунду. У вас закончилась квота. Включил вроде этого попугая. Давай, повторяем. Так, это как раз пищало, летело. Блять, ну. Ладно. Ну, блядь, ну я тут не видел, как нормально-то его, блядь, парировать. Там просто окна нет. Сука, слишком низко. Ладно, две жизни. Это непозволительная роскошь на этом боссе. Давай. Чего мы с тобой во вторник? Секунду, я почитаю сообщение. Ай, блядь, жесткий момент. Прям отвлекаться вообще нельзя. Мы с тобой во вторник, ну так, что это имеется в виду, я не понимаю. Того, поясни, что ты имеешь в виду. Насчет вторника. Бля, половина пули мимо летит. Сука, ножи. Это не вариант. Покойник. Падла. Сраный клоун.
Уроки надо делать. Ну да, уроки, уроки — это штука полезная. Кому же их задают? Блять. Так, вроде получается пока уворачиваться. Чудом. Давай, пока. Счастливо. Давай, дохни, сука. Хуй там. Две жизни. Ну, допустим. Давай, четвертая фаза. Блин, а я еще суперудар использовал. Хреново. Да, вот это поворот. Я бы сказал, мега поворот. Я не знаю, как это от этих шариков сраных уворачиваться. В принципе, как вариант, вот в этот момент и надо как раз суперудар использовать. Да ну его, блядь, не просрать еще. Чудо, мой вернулся. Да, я не... Бля. Часто лишний раз использую суперудар. Это плохо. От нервов, наверное. Нажимаю. Блять, ну какого хера? Ты долбанулся прямо на нее. Так, две жизни опять. Опять две жизни. Блять, ну тут куда прыгать, если эти уроды? Сука. Нублю в игры, привет. Так, чуть на огонь не напоролся. Давай, сучара, иди сюда. Есть. 5 минут, ну, 5 минут, так 5 минут. Блять, взял опять суперудар, долбанул. Сложно. Все летит, все взрывается. Так, три жизни. Чудо. Чудо новогоднее, блядь. Так, теперь этот пидок получается. А нет, смотри, он рандомно, короче, появляется. То справа, блядь, то слева. Круто. Давай дальше. Чем мы на этой фазе как раз наберем? До этого. До мега удара, блядь. Чик, и когда эти чуваки с шариками полезут, надо будет долбануть. Так, раз, два, три, четыре. Поехали. Давай, вот он чуть-чуть осталось. Я вангую, да. Есть. Фух. Что, и секретное что? Оружие или что? Б, ну хотя бы без минуса Б. Потому что, наверное, здоровья побольше осталось. Ну-ка, сколько я на него жизни просрал.
сколько я жизни на клоуна потратил. 29. То есть 7 смертей всего было. Что-то как-то я думал гораздо больше. Ну окей. Костян, привет. Что там, как у тебя в Секиро дела обстоят? А что, квартет осталось только трое? Ну этого чувака надо где-то найти. Он, по-моему, там, где дракон. Он в той части прячется. Так, нет, ну надо было сначала к этому чуваку в очках подойти. Он, по-моему, какие-то там то ли бомбы дает, то ли что-то такое. Давай как к карте выйдем. Сам как думаешь, у тебя горит тоже, да? Я вот пока еще, ну не знаю, вот вторую карту начал проходить на Капхеде. Пока еще это, пока еще терпимо. Парировать-то научился? Я вчера у тебя смотрел же стрим. Хотя пока, ну, такое себе получалось. Ну, местами, конечно, выходило, но местами еще, конечно, тренироваться надо, блядь. Сразу заново. Это рандомно, он швыряет эти оружия. Бочара. Ладно, хрен с ним. Идем дальше. Да, две жизни, это тоже роскошь. Так, аккуратненько. Блять, еле увернул, да, хуй там. Первый раз игру играешь. Кстати, вот я тоже думал, блядь, попробовать Секира как-нибудь запустить. Секира, Dark Souls, я вот вообще как бы Souls-like никогда не лобал. Интересно, насколько у меня тоже хватит. Прямо челлендж. Так, кошки, идите нахер. Блять, ну какого хера? Ты, кстати, Костян, в Dark Souls не лобал ни в какую часть. Я просто думаю, если начинать Dark Souls, да твою мать, если начинать Dark Souls, то в какую именно, в какой части начинать? Джин из мультика? С какого мультика? Потому что на Джина из Аладдина он особо не похож. Сейчас обратил внимание, у него вместо обуви две этих, две лампы одеты на ноги. Да твою медь. Сколько можно? Третья легче всех. А этот какого? Ну, по сюжетно, они как-то связаны между собой. Просто, ну, если, допустим, третья легче всех, то, по идее, мне лучше начать с третьей. Из Аладдина, говоришь? Ну, я говорю то, что, по-моему, из Аладдина он не очень похож. Сейчас еле увернулся. Да, ёб твою мать. Что-то какая-то беда прям с этой фазы. Ай-яй-яй-яй. Ой, еще даже можно сюда залетать. Хрена, не знал. Окей, будем сюда залетать. Да, блядь, когда эти кирпичи закончатся? Тут просто главное аккуратно пролететь и все. Блять, пролетел. Аккурат. Да твою мать, ну я что, в каждую буду врезаться? Давай, третья фаза.
Третий легче всех. Сюжет с первой. Блин, вот я не знаю даже. Потом сидеть в голове соединять. Ну, в принципе, наверное, все-таки, да, логично. Мне, по моему скиллу, все-таки начинать с третьей. А потом уже додумывать, короче. Раз уж так. Поэтому все так произошло. Да, чудом проскочил вообще. Надо наверх уходить. Вот тут эти пальмы мешают. Ай-яй-яй. Еле смотрел. Ну вот опять я влетел на эту херню. Это жесткая фаза. Раньше она мне как-то полегче казалась. Прям на чат не оторваться, я слышу, что сообщения приходят. Падла. Юля, привет. Наконец-то дождалась Капхэд. Да, решил я все-таки погореть и попробовать эту суку осилить. Будем пробовать, как говорится. А, ебаный ты в рот. Ну-ка. Блять, и не закончится как когда-нибудь-то нахуй. Приветствую, вот какая игра, да, но не видел тебе такую проходить. Вольфа со своим другом вместе, сколько они пострадают вместе, это, ну, очень хорошо, мне понравилось. Ну, вдвоем, я думаю, она все-таки сложнее. Ну, хотелось бы с кем-нибудь, конечно, половать на двоих, но, по-моему, не судьба. Будем мучиться, подыхать, гореть в жало, значит, ничего страшного. Да ёб твою мать, какого хера он задевает ее? Ёбаный, блядь. Я что-то даже окошко не вижу, куда проскакивать-то, блядь. У вас что, это новая фишка? Фыр-фыр-фыр говорит. Так, вроде тебя все жизни сохранил. Теперь главное здесь не въебаться по тупому. Ёб, да блять. Взял жопой самолета задел. Дальше. Тут вообще дичь Black Snake творится. Тут, блять, трешак. Bullet Hell, блин. Ёпта. Блять, еле вернулся. Да, ну въебался, значит, на вторую же. Тут же. Пиздец. А, жесть какая. Да, блять, ну почему быстрее эффекта летел? Ублюдок, мать твою. Иди сюда, говно. Вау. Бабку босса изучать. А, кстати, что-то я не припомню. Я смотрел по Cuphead. Ой, тут, блядь, по Cuphead. По Sekiro я смотрел. Этот, как его. Смотрел спидран. Что-то я бабки босса я не помню там. Хотя вроде как тот чувак, который спидранил его, как-то быстро проходит. На какого-то мужика, по-моему, прыгал. Горло ему нахер перерезал. Ну, блин, я стараюсь тащить.
Не все так это. Нужно атаки выучить. Ну, в принципе, я знаю атаки этого урода. Просто тут пиздец, как надо шустро уворачиваться. Прямо вот за всем то, что на экране происходит, надо следить. На двоих, Джокер, на двоих в нее играть тяжелее, потому что второй персонаж тебе начинает, в принципе, мешать. То есть, ладно, когда ты там за своим, там, скажем так, полем, где летаешь, следишь, чтобы пизды не получить. Вот. А тут еще, получается, надо, ну, и на напарника отвлекаться, если что, его поднимать, допустим. Плюс еще, этот какого, плюс еще, возможно, ты будешь его с собой путать. То есть то, что у вас головы одна красная, другая синяя, это еще мало чего меняет. Но как Вольфуд говорит, он говорит нормально. Даже неплохо, ему все нравится, они он тащат. По-моему, они уже все прошли, или еще немножко осталось, не знаю. Как-то так. Давай, генерал. По-моему, самое лайтовое, когда... Не кошки попадаются, а вот ножи. С ножами как-то попроще уворачиваться. Ножи. Опять кошки, блядь. Ёбаные кошки. Сука. Ладно, 3 жизни. Самая тут бесявая фаза на этом ублюдке, это когда кукла вылетает. Вот она, блядь, заебистая. Так, сейчас чудом получилось вернуться. Ах ты падла, блядь. Вот сука. В Among Us я не играл, только видел. Мне игра не заходит. Пизду. Надо за него прятаться от этой хуеты. Да, твою мать. Но мне показалось, что в двоих это очень непросто. Один одному только мешать, а не играть. Но у них получилось, прошли, можно сказать. Хоть это точно било очень непросто. Тем более в двоих это непросто. Октава, я тебя вижу. Ну, я говорю то, что на двоих она, по-моему, лично по мне, так она сложнее, но... С учетом того, то, что у нас дядя Володя, который Вольфуд, в принципе, проходил Dark Souls тот же самый. Я, наверное, не такой скилловый игрок, как он. Я думаю, ему на двоих она заходит вполне. Ах ты, падла. Ну, так, хотя бы окошко появляется. Этих кошек, блядь, заныкаться. Так, давай. Сюда, потом наверх. Сука, ну чё же я вечно-то задеваю её, блядь. Дальше. Да, ну. Чё там? Сука, я не успею. Пиздец. Давай, две жизни. Так.
Подожди, я лишь ебал от этого гандона. Короче, понятно приблизительно, как можно от них более-менее уворачиваться. Странно, когда я первый раз я ее пытался проходить, я не использовал тут этот ворот. Ну ладно. Как-то было попроще с третьей фазы. Наконец-то. Так, появляется этот гандонище. Кто вам пока? Удачно сделать уроки. Этот джин у меня сейчас такой, как я заметил, делает свои наезды на тебя. Ну, видимо, наезды. Вот. С джином я в прошлый раз тоже, помню, долго трахался. И еще этот какого. Клоун у меня печенки все съел. А потом я на драконе застопорился и все, короче. Тихо. Блять. Вот здесь у него под ногой, я знаю, можно ныкаться. Что там, ножи? Ну, ножи попроще. Блять. Давай, случайно. Пять ножи. Ёбаный. Да, я так и знал, что я не прошмыгну тут. Надо чаще ворот использовать, я не знаю. Успел. Блять, ну не одно, так другое заденет. Да ёб твою мать. Кошки. Давай, кошки. Давай. Че он такой душный-то, а? Пидрера, блядь. Она прям на тебя летит и все. Ты даже не можешь съебаться в ворота. Че за сука-то, а? Давай ножи. Вот, ножи. Допустим. Они всегда летят в меня. Да. Я это успешно принимаю. Да. Впитываю, как сука просто. Чё лучше? Короче, надо мелким, блядь, пизду от этого говна уворачиваться. Ёп. Жесть какая. Кто этого, блядь, джина придумал, надо гвоздь в голову уже заебашить. Все. Сука, второй, еще один, блядь. Жеваный крот. При жизни. Давай, пидра. У Ольфуда тоже сейчас стрим играет. Девушка ниндзя, которая всех на пути у себя сносит. На повал. Очень хорошая игра. А, у него не он. Грух. Да. Он вторую часть проходит. Первая у него уже есть. Тоже, кстати, хардкорная. Блять. Две жизни. На тебе, курва, туда нахуй, в будку, блядь. Ну, естественно. Естественно, какая-нибудь сука вылетит прям перед ним, чтобы ты, блядь, бомбой не попал. Ебаный.
Тихо, давай уворачивайся. Угу. Сейчас еще раз, да, будет? Так. И за него, короче, съебываем. Нормально. А, третий, курва. Ни хрена. А че это он решил? Так понимаю, у него тоже вот эта вот хуйня рандомная идет, да? Ну я не успеваю просто ее разбить. Так, и последнее. По идее, казалось бы, да, всего 4 столба надо расхерачить, и все. Давайте сразу в ебучку. Раз, два, три. Вроде как. Там наверху тусоваться. Потому что внизу мешают пальмы. Пиздос, как внимательно. Это тут надо делать. Чудом. Чудом увернулся. Ну, в принципе, я уже набил. Почти набил. Как успехи? Ну, блин, получается потихоньку. Не так, чтобы... Блять, я просто в него врезался. Ах ты, сука. Пидорки, блять. И шаг. Так, главное, от шляпы. Шляпа, иди нахер. Блять. Осталось ему, ну да, еще почти половина. А, нет, про Аладдина я не смотрел фильм. Да, он провалился, по-моему, оценку какую-то херню сделали. И вот так чисто, наверное, на сдачу запилили, когда, блин, пытались они тут книгу джунглей возродить. Король Лев. Заодно и про Аладдина вспомнили. Я вот не знаю, Винни-Пуха сняли, нет? Ремейк. Че вот они, Чип и Дейл или Черный Плащ не снимут? Было бы прикольно. Блять. Два раза въебал. Твою мать. Твою мать. Ну, тебе, видишь, Илюха, понравился, а вот критики так не думают. Критики заложили картину. Сказали, давненько мы такого говна не видели. По-моему, она была еще номинирована на «Малину». Блин, я чудом сейчас увернулся. Последняя жизнь, твою мать. Сука. Сука. Жопа вообще. Надо же, третью фазу. Из потери жизни, походу. Давай. Сразу ему херак, бомбу. Сейчас тут пидор счел мой. Так, тыкаемся у него под ногой, бля. Это не вариант у него, походу, под ногой ныкаться. Бля, от этого Bullet Hell уже глаза устали. Просто слишком дохера всего на экране происходит. Да быстро первая фаза закончилась. Теперь главное здесь жизнь не уебать. Да. Сказал я и тут же проебал, а то и парочку. Ну да, парочку.
Странно, никогда с этими колоннами проблем не было, а тут это я въебываю. Сегодня, видимо, не день колонн, походу. Фильм совсем не зашел, Уилл Смит в образе Джина только и смог немного фильм вытянуть, а если бы он, ну точно хлам получился бы. Ну да, возможно, знаешь, бывают такие фильмы, которые откровенная дичь, но актер, который, блин, просто все спасает. Иногда актеры прям отрабатывают свои гонорары. Иногда наоборот на отъеби снимаются. Ну, это потому что по контракту студии. Вообще как-то быстро фаза прошла. Ну, плохо то, что у меня две жизни. Давай. Хуяк. Давай, сучара. Начинай стрелять. Блядь. Пизду, даже на парирование отвлекаться не буду. Бесполезняк. Так, последняя фаза. Пуля, пуля, челма. Чего, блядь, какого хера? Я его в него задел, что ли? Вот шняга. Шняга снежная. Кошки. Ненавижу кошек. Сколько их? Три раза, да, по-моему, три подачи было. Именно Вилл там сделал все как надо, остальное можно сразу удалить, так что это фильм не Аладдин, а Джин, так что лучше будет. Ну да, возможно, возможно, можно было ее просто фильм назвать Джин. Про приключения Джина с каким-то арабским пацаном. Ну и мартышка. Там, наверное, по-любому пытались шутки на Абу построить какие-нибудь. Ну и Джин, естественно. В мультике же так было. Что-то как-то опять быстро фаза прошла. Три жизни. На въебучку. Раз, два и три. Ой, не попал. Сука. Слишком высоко летел. Блять, опять улетел. Твою мать. Понимаю, конечно, риск дело благородное, но, блин, торчать на одном месте тут вообще не вариант. Давай. Почему эту шапку, блядь, не завалить? Курбан ебучий. С нее летят патроны, ты смотришь на эти патроны, блять, где ебашит этот чувак. Сука. Кукла ебаная. Ой, куколка. Разве нет? Давай, окурок. А-та-та-та-та. Блять, ну-ка, ну, я не знаю, я тут вообще... Окошко просто куда уворачиваться, я не видел. Они в любом случае все эти сокровища, они летят в себя. Хоть кошки. Сейчас вот так обойдем. Допустим. Блять, ну взял за дело, твою мать.
Ой, последний, блядь, я не успел. Вот сука. Было бы клево, если можно было бы эту шляпу снести, блядь. Отвлекся и ебался в муме. Да. Игрушка, блядь, как Тетрис на 9-й скорости ошибок не прощает. Ну вот, пидорасы. Горян, привет. Да, это испытание для нервов. И для пердака. Ай-яй-яй-яй, ну, блядь, ну куда тут уворачиваться? Ну серьезно? Суки. Пошел ты нахер, козел. Блядь. Так понимаю, тут даже кинжалы рандомно атакуют. Иногда они задерживаются внизу, иногда они нихуя не задерживаются. Летят сразу же в тебя. Я не успел разбить это говно. А, тебе в ебучку. Сейчас вообще, по идее, уклонения почти не требуется. Просто аккуратненько. Блять, задело все равно. Ну ты смотри, сучара какая. На, урод, блять. Тихо. Тихо. Я забыл, что он еще этот, блядь, пули свои вылетает у него под углом, под пистолетом еще. 100 грамм залуди. Ну да. По-любому получится пройти с таким раскладом. Я еще бухи, блядь, капхэт не играл. Там точно ничего не получится. Жопа гарь, да, я согласен. Долго не смог не играть. Улетел на Татуин. Ну... Надо, короче, между булок зажать кусочек большого льда и пробовать тащить. Что делать? Либо жопу в тазик с холодной водой посадить и опять же наебашить туда льда. Я понимаю, то, что надо выучить шаблон траектории, как бы, атаки и все такое, но тут начинаешь отвлекаться просто на все то, что происходит, блядь, и потом проебываешься. Причем иногда атаки-то действуют немножко не шаблона. То есть они... Патроны-то понятно, то, что они все в тебя летят. Тут, блядь, все в этой игре пытается тебя замочить. Любая текстурка, она. Ну, это уже, блядь, жизнь проебал. Я не понимаю, как люди ее вообще там... Пидранят, блядь, проходят там на 100% без урона. Пиздос. Вот такие маньяки, блядь, просто. Наверное, надо годами выдрачивать. А я хуй успею. А нет, смотри-ка, успел. Неужели? На, в ебучку сразу. Раз, два. Нахуй пошел. Сука. Блять, не одно, так другое тебя ебанет. Давай вниз. Блять, чудо вообще. Ну тут не вариант. Было увернуться. Причем фаза иногда заканчивается, а вот то, что говно из него вылетает, оно до сих пор продолжает тебя атаковать. Ну типа как.
переходе между вот этой фазой и следующей шапка продолжает на тебя лететь и стрелять. Да, вот это бешенство называется Bullet Hell. Это Bullet Hell, блядь. Спустя какое-то определенное количество времени, то, что ты поиграешь, оно начинает, блядь, у тебя просто уже сливаться, сука, в одно все. Ну, ёб твою мать. Надо, короче говоря, хотя бы с тремя жизнями до этого ублюдка на этих, на веревочках дойти. Иначе просто не варик, короче. Когда у меня, возможно, есть шанс затащить последнюю фазу. Ну, с учетом, конечно, того, что я, блядь, на последней фазе все не въебу. Порезкал. Давай, три жизни. Раз, два. Давай, еще третью. Оп. Причем бомбу, когда ты выпускаешь в это говно, она въебывается в первую же мумию. Но если ты стреляешь обычными суперударами, то есть не максимально заряженными, скажем так, она почему-то пролетает мимо них. Блять. Опять у меня одна жизнь, блядь, сейчас у меня ебнет по-резкому, да и все. Давай, так хотя бы. Пацана что-то попало, я смотрю даже. Так, на шапку тоже надо отвлекаться, сука. Ебучий случай. Не отключайтесь. Давайте перекур 3 минуты хотя бы, блин. Глаза протереть. We'll be right back.
Продолжаем дальше подыхать. Людмила Беркалова. Пр. И тебе пр. Эй-эй-эй. Чудом увернулся. Допустим, первая фаза прошла. Тут внимательно надо. Блять, я не успеваю постоянно. Вот жопа. Ой, выше. Все. Я Артем, кстати, ты знаешь про секретный босс? Что там за секретные боссы? Где они находятся? Напиши. Пока не знаю. Может быть, знаю, конечно. Но не в курсе то, что они секретные. Взял, въебался в него. Ну, какого хера? Это быстро третья фаза опять прошла. Опять у меня одна жизнь, блин. На, урод. А как все хорошо начиналось. Иди в уровень, где овощи, и не бей лук. Когда саркофаг, лучше сверху бомбами закидывать. Угу. Давай попробуем саркофаг бомбами закидывать. Подожди, а уровень, ну точнее босс с овощами, если там лук не бить, то там, ну как бы, он просто тебя будет мочить и все как бы. То есть третий фаз даже не наступит, получается. Блять. Чудом, конечно. Сначала увернулся, а потом ебал все равно. А, и жесть какая. Где эта рожа? Давай сюда. Бля. Хоть заново нахуй начинай. Ну, тут вообще окна не было. Так, он не мочит. Борман, привет. Спасибо за лайкос. Подожди, а как он не мочит? Что-то я не совсем понимаю. Так, ну, допустим, ты лук этот не убиваешь, что тогда выходит в итоге? Какой-то секретный босс открывается или что? Меня ж просто заинтересовала эта фишка. После стрима посмотрю, как это происходит. Там, наверное, еще на определенной сложности надо это все делать. Я так понимаю. Неужели? 4 жизни, охренеть. Затление для нервов даже на телефоне выпустили. Оно на телефоне есть? Я, кстати, недавно в Play Market залезал, там, по-моему, капхеда не было. Так-то на работе я бы тоже позадратил, чё бы нет. Кстати, когда он начинает думать, джин, ну, после саркофага то станет маленьким, пока не перестанет. Ну давай попробуем саркофаг валить сейчас бомбами. Как у нас советует один товарищ. Слушай, ништяк прокатывает.
Спасибо за совет. Охереть. Не знал, не знал. Виктор Плей, привет. Будем, да, мочить Dark Souls рисованный. Блять, шапка эта ебучая. А, все равно въебал на ней. Ладно, но у меня есть шансы. Давай вот так. Оп, и сюда ныкаемся. Это тут, по-моему, можно прятаться. Заебись. Yeah! Затащили таки. Сколько я на него смертей-то потратил? Так было 29, сейчас надо будет зайти. Подойти к этому озеру, посмотреть, сколько там я на него попыток слил. Ну, конечно, это не все попытки показывать. Душный ублюдок этот джин. Джин великолепный. Пошел ты нахер, козел. Так, сколько тут? 43. Было 29. Получается 11. Нет, подожди. 14 смертей. Так, пойдем к этой курве. Я уже забыл, у него какие атаки. Помню то, что довольно-таки сложно его. Но я все-таки поебался как-то на стриме, но я его прошел. Так, теперь, по-моему, должно что-то вылетать. Шоколад. Шоколад ничего не виноват. Пацан к успеху шел. Не повезло, не фартануло. Даже на парирование запариться не буду. По-моему, теперь она за мной, да, пойдет? Нет. Шарик. Ай-яй-яй-яй. Как, блядь, от этого всего-то увернуться? Как он, блядь? Иди ты в жопу. Что-нибудь еще не вылетит случайно? Ну, чтобы вообще как бы весело было на экране. Блядь, он сдохнет когда-нибудь, нет? Ну иди попробуй лук не бить, он типа никакой уровень не открывает. А зачем тогда его лупить? Ну в смысле, зачем тогда вообще это телодвижение, если он ничего не открывает? Блять. Главное его близко к себе не подпускать. Ах ты, сука. Блять, ну что ж такое-то, я напарываюсь на эту хуйню. В Play Market ее нету, ищи на PDF файл. Окей, окей, там тем более она получается, да, бесплатная будет совсем. Надо будет посмотреть. Как раз геймпад для андроида имеется на работе. Блять, торопился. Я, короче, тогда сейчас этот. Тём, я сейчас с этим луком запариваться не буду. Будем уже добивать эту падлу. Я просто посмотрю, короче говоря, что будет, если не мочить лук. Ну, как тупо, тупо интересно, что будет, и все. А так-то, в принципе, хрен с ним, с этой секреткой.
Ах ты, блядь, гнида задел. Ладно, пробуем тащить. Вот этого пиздюка еще мелкого. Раз, два. Блядь, она летит до конца же. Надо запомнить эти атаки. Ни хрена я их не помню. А на Джинни что за секретка? По-моему, вот этот самый простой чувак. Тупо конфетами пошвырял и подох. Вот это говно, я не совсем понимаю, как, по какой траектории она летит. Так. Вроде ясно. Тихо, сзади, сзади, мелкий ублюдок. Давай, Пэкмана. Блять, еще эта херня стреляет. Ай-яй-яй, как бы это всего увернуться. Блять, еще мелкий шарик. Сука. Так, по идее, последняя фаза. Правильно? Давай, раз, два. Так, теперь она швыряет башкой. Сука. Ну, почти, почти. Еще бы немножко, и было бы чудо. Чудо чудное, диво дивное. Так, вон. Почему сейчас? Почему он именно на этой фазе вылетает? А, ну, видимо, они рандомно, просто как бы каждая фаза рандомно просто это будет вылетать. Какой-нибудь, похуй, типа, с чего начинается. Значит, зайдем в чувака с круглой башкой. Или в середине, или в третьем. Блять. Этот шарик, сука, вообще не в тему. Теперь либо шоколад, либо пуля. Нет, да, да чё? Я про этого чувака забыл. Блять, не одно, так другое ебанет. Давай, 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 дохни. Сука. Ну, мне кажется, самый простой пока. Да. Простой, блядь. Сучара. Ну, его, по крайней мере, быстро получается захерач. Пэкман, блядь, самый неудобный, походу, да? Эх, не проскользнул. Да ёб твою мать. Пошёл нахуй. Сука. Прям в него. Прямой наводкой. Верана выезда Пэкман. Не исключено. В первый раз, когда пытался ее пройти, вот этот мне, по-моему, самый сложный показался чувак. Потому что у нее какая-то непонятная траектория полета. Сейчас он почему-то, ну, не очень сложным кажется. Сейчас почему-то Пэкман доставляет
Блять, он не успел. Сейчас вместо парирования долбанул какую супер ударом. Да все, просрал, короче. Можно уже заново начинать. А, ну, я тут просто замудился. Какой именно звук? Ай-яй-яй. Не успел. Ну, в принципе, прикольно то, что рандомно на тебя вот эти щеки сволочи вылетают. Кто теперь? Пэкман. Ну, в принципе, если в самом начале с Пэкманом разобраться, то уже проще будет. Правильно? Очень-очень мало я в него попадаю. Так, что теперь? Блять. Мелкое это говно, блядь. Улетел на него прям. Допустим. Будет ништяк, если сейчас чувак с круглой башкой. Нет. Будет пуля. Ай-яй-яй. Сука. Да, я понимаю, то что... Урок розовый, вот эту херню надо парировать, но иногда я просто не успеваю, поэтому пытаюсь вернуться, потому что парирование тоже не всегда бывает, срабатывает у меня. Эй, блядь. Козел. Вот. Она иногда летит до конца экрана, иногда в середине экрана поднимается. Вчера. Давай. Вообще даже не двигался. Не двигаясь, взял его и захерачил. Ай-яй-яй, блядь. В углу зажал. Смотри-ка, попало. Уроном. Ай-яй-яй, тихо-тихо-тихо. Мелкий пиздюк. Прям в меня, ну, блядь. Чё-то говно мелкое вылетает. Давай. Раз, два, три. Ах ты, сука. Почти же. Чуть-чуть. Так лихо получалось от головы ты уворачивался. Побольше бы жизни, было бы вообще здорово. Надо же. Пэкмана завалил, блядь. Не потратив ни одной жизни. Чудо чудное. Ну этот чувак вообще простой. Да. Героинга. Шоколад, блядь. С ним бы просто поаккуратней. Так там
вполне безобидный. Еле заметил этого мелкого урода. А теперь не заметил. О, суки. Сразу нет? Ну, до конца, блядь, летит. Да, ебучий ты случай. Я не помню даже, какая-то фаза. Явно не последняя. Что он делает, блядь? Так, ну с этим чуваком можно просто не двигаться. Так, нельзя просто не двигаться. Сейчас надо стараться сворачиваться. Прям стараешься максимально влить в эту курву урона и сам попадаешься на эту хуйню. Ай-яй-яй, поторопился. А, ну какого хера ты, блядь, топерудар-то этот ебучий используешь? Средняя фаза, одна жизнь. Нет, еще одна фаза, заебись. Я, значит, слишком до хера жизни просрал уже на первой. Улетел на мелкий шар. Сука. Блядь, тут же. Допустим. Давай, раз, два. Летели. Мелкий пиздюк, как ты заебал. Я не вижу, блядь, куда вернуться-то к него. Пиздец, я сюда до третьей фазы не дохожу нормально. Шансы пока минимальные. Еще эти мелкие уёбки, блядь, сзади летят. Тихо-тихо-тихо. Главное аккуратненько. Блядь, не получилось мне там в углу зашкериться. План не удался. Давай, следующий. Кричит заведующий. Блядь, как я вовремя его сейчас замочил. Пизду, куда же накрылся? Блядь, ну кто мне сейчас урон? Я даже не успел заметить, кто мне сейчас урон нанес. Давай, пэкком, жопу тебе. Давай, две жизни. Пробуем.
Раз, два. Какая мне у башки, блядь, ёбнутая траектория. Сука. Ну. Есть. А, какая душная тетя была. Д плюс. Баронесса фон Бон. Бон. Пошла в жопу, баронесса. Так, что у нас тут дальше? Кто такая? Догони меня, если сможешь срезать дорогу. Ну, парня, на прошлой неделе это удалось. Выглотать пыль. По-моему, вот тут можно обойти, да? Просто зайти за скалу. Типа как отметиться тут. Парирование. Да, чувак просит парирование. Если ты типа изучаешь парирование сколько-то раз, то он тебя там то ли монету тебе дает, то ли что-то такое. Этого чувака я не знаю пока где искать. Спасибо, друг, я знал, что ты здесь должен быть, короткий путь. Теперь я точно выиграю любую гонку. Подержи монету за находчивость. Да, 4 монеты. Так, тут ярмарочная лихорадка. Run and gun. Приблизительно пока помню, как это проходить. Не так, чтобы очень. Блять, этот не парировал. Надо парировать, шарик. Блять, парировал, и все равно эта падла мне урон нанесла. А вторая. Второй шарик. Я думаю, вообще лопать не стоит. Блять, я по ним попадаю, скорее всего, и поэтому они взрываются. Да какого хера-то? Давай вообще попробуем не стрелять. Ну, сейчас никто не взрывается. Все культурненько. Оп. Блять, не парировал. Да, опять не парировал. Ну, что за херня? Метка. Дальше. Да, быстрее, быстрее, быстрее. Тихо, не торопимся. Я не помню, блядь, где от него прятаться. Есть. Так, ножи. Доска. Тут главное аккуратно. Ах, он взял и прыгнул вниз. Почти. Почти. Так, сначала просто бежим.
и парировал, и монетку собрал. Вот какой я молодец. Отлично. Больше шансов на выживание. До свидули. Так, теперь главное смотреть, как пули летят. Жадность фраера не сгубила. Так, 4 жизни. Прям получается. Что я еще? Помню то, что чувака надо быстренько пробегать. Тихо, аккуратненько. Я в другую сторону, да? Угу. Есть. Так, теперь просто тут надо очень, не попадаясь, так сказать, на эту херню, на кетчуп с майонезом. Эти зеленые, это что они подразумеваются? То, что зеленые, это какие-то топли летят. Так. Ах ты, сука. Ну, в принципе, все есть шансы затащить. Так, вот этого мудака тоже можно просто перепрыгнуть, ну ладно. Отлично. Ух. Прошел, в принципе, со второго раза уже отлично. Какой там рендинг? B-. Ну, потому что жизни маловато осталось. И парирование. Ладно, ребят, будем на этом стрим завершать. Всем спасибо за поддержку, за просмотр. Поставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока!